стартеров наших отметить. Плей-офф Московской баскетбольной лиги сезона 2014-2015 номера плохо видны. Представляет для вас компания Jabra. You're on. We're on. We are on, что значит мы в эфире, мы снова в эфире. Приветствуем вас, только что обновили счет на табло. Предыдущий обнулили. Предыдущий зафиксировал такую хорошую победу с большим крупным счетом 103-98 главной команды Бизонов. А сейчас вторые команды играют. Вторая сейная команда с седьмой сейной Бизонами. Ну, представим стартовую пятерку команды «Роснефть-Охрана». Номер 4 – Алексей Лесных, капитан команды. Номер 40 – Александр Ряполов. Номер 55 – Александр Саймойлов. Номер 12 – Владимир Шугаев. И номер 15 – Илья Пинич. Бизоны. Бизоны. Марат Арасланов, номер 13. Леонид Мартынюк, номер... Мичурин. Леонид Мичурин, номер 8. Григорий Мартышкин, номер 60. Номер 45. Данила Швецов. И номер... Покажи мне номер. Номер 24. Матвей Полозов. 0-2. Тренер команды. Мы забыли сказать. Тренер команды. Именинник сегодняшний. Игорь Голобурда, которого в перерыве поздравили с победой и с днем рождения. У «Роснефти» играющий тренер Алексей Лесных и помощник тренера Сергей Войдаков. Встречу обслуживают старший судья Иван Фадеев и судья Горегин Алтунян. Комиссар майор. Оба первой категории. Федор Петрович, судья всесоюзной категории. Бизоны в атаке. Даниил Швецов. Подбор за «Роснефтью». В быстром отрыве не получился бросок. Не попал, вернее, Владимир Шугаев. И Матвей Полозов. Забивает 3 очка. 3-4. Хорошее начало. Алексей Лесных показывает номер комбинации. Алексей Лесных сам идет в проходе. И на добивании там хорошо играл Александр Ряполов. Но мяч подобрали Бизоны. И очередную атаку Данила Швецов. Григорий Мартышкин. Григорий. Не успели перехватить. Мяч у «Роснефти». Есть и перехват. Данила Швецов. Есть перехват. Марат Арасланов. Марат Арасланов. Заливает. И левой рукой с левой стороны. Прикрыл мяч. Корпусом, да. Убрал от защитника. 5-4. Разговаривайте, просит, кричит Игорь Голобурда, тренер команды «Бизонов». Персональным замечанием наказывается игрок под номером 60 команды «Бизонов» Георгий Мартышкин. Семь секунд остается на владении «Роснефть охраны». Борьба там такая была за место. Еще не отдали мяч, а два центровых между собой боролись. С маленьким оказался. Номер 40 получает Александр Ряполов. Нет?
Нет, ошибочка, номер... да. Номер 45 команды Бизонов. Данила Швецов. Швецов получает фол. Марат Арасланов, Матвей Полозов. Данила Швецов. 10 секунд остается. Леонид Мичурин. 5 секунд. 5 секунд. 4. Время на атаку. Истекает. Матвей Полозов успевает выбросить мяч, но мяч, к сожалению, не коснулся кольца. И быстрый отрыв в исполнении все того же быстрого Владимира Шугаева. Не засчитывается. Мяч не засчитывается. Basket interference. Переведите. Марат Арасланов. А, нельзя. Матвей. Нельзя, да, есть непереводимый. Нельзя прикасаться к мячу, когда он в воображаемом цилиндре кольца находится. Надо сказать, не так много народу могут прикоснуться к мячу в воображаемом цилиндре кольца. Ну, Марат, слушай, Арасланов, Данила Швецов, дальний бросок. Центровому Роснефти рост позволяет прикасаться к мячу, что он и сделал, но это нарушение правил. Алексей Лесных с мячом. Какой мяч забивает Илья Пинич, бросок игрок команды. Сейчас Пинич. Два центровых играет Роснефть. 5-6 в пользу Роснефти. Два центровых, а у Бизонов напротив очень маленький легкий состав. Леонид Мичурин через руку. Это сложно, сложно играть против двух больших. Да, сильно усложняет игру под щитом. И подобрать очень сложно, бороться с Александром. Из Роснефти Леониду Мичурину. Матвей успел, но... И сохраняет владение Роснефть. Минутный перерыв. Есть замена. Минутный есть перерыв берет замена. Игорь Голобурда, тренер Будет команды Бизонов. Будет ли производиться замена у Бизонов? Ну, пока я думаю, что нет, наверное. Что-то рисует там Игорь Голобурда. Нужно рисовать быстрые, стремительные контратаки, потому что больших игроков ты можешь обыгрывать за счет скорости. А чтобы была быстрая контратака, тебе тяжело у них выигрывать. Заметить, нужно сначала подобрать мяч. Тебе тяжело бороться за подбор. Тебе нужно перехватывать. Тебе нужно перехватывать и сразу отпускать в отрыв. Ну, посмотрим, что предложит Игорь Голобурда. Что вы выявили первые минуты первого периода? Уверенную доминацию под щитом команды «Роснефть». Во многом благодаря сумасшедшему преимуществу в росте. Но у Бизонов есть скоростная задняя линия. В принципе, тоже свои козыри. Вот это нужно использовать, это нужно реализовывать. За счет этого нужно выезжать, пытаться. Вновь ищет большого, да? Все через больших строится. Илья Пинич. И есть Илья Пинич правил. И Александр Ряполов все время играет между собой. Два больших. Очень хорошо взаимодействуют. Видят друг друга. И вновь владение там. 16 секунд остается у Ряполов. Со средней неточно. Пинич подбирает. И персональное нарушение замечание правил. Данила Швецов. Данила Швецов получает третье персональное фол. Замечание, да, но не успевает и он. И на площадке появляется Арман Абленов, франчайз-плеер Бизонов, многолетний ветеран, который очень много сезонов в составе Бизонов провел. Это мощный, опытный игрок, вот который может, пожалуй, составить конкуренцию и потолкаться в борьбе за отскок. Первый точный Илья Пинич. Не столько за счет кондиции, сколько за счет опыта какого-то. Опыта. Два из двух.
Нужно быстрее начинать атаку, быстрее. В этом козырь Бизонов. Матвей Полозов с мячом. Смотри, Георгий Мартышкин. Сразу Арман. Хорошая навязывает. Скидка. Ай-яй-яй. Вот это нужно забивать, Леонид Леня. Леонид Мичурин, да. Ну, я думаю, он и справится. Следующие 9 он обязательно забьет из 10. Ищ, Матвей Полозов, перехват. Молодцы, ребята, побежали. Арасланов забивает. Надежнейший Арасланов. Вот в такую игру должны играть Бизоны. Быструю. Быстрые переход, контратаки. Да. Твой козырь. После перехвата, используй. После подбора. За счет этого навязывай борьбу. Леня, более Леня, титулованной. Леонид там. Еще один. Арасланов опять. О. Молчит. Молчит свисток. Судьи дают не играть. Не увидели нарушение там, правил. Там. Но самое главное, чтобы не было травмы и не переросло это в открытую такую. Не получилось быстрой контратаки. И Георгий Мартышкин с мячом. 15 секунд, 14 атакуем остается на владение. Снова Арасланов. Хорошо поднял Леонид Мичурин. Неплохие моменты, остается только... Да, когда начнем реализовывать, начнем побеждать. Да, Марат Арасланов там играет против Алексея Лесных, капитана команды. Напомним еще и раз, еще один перехват втроем, Арасланова. Да, у Ильи Пинича, Матвей Полозов. Арман один на дуге. Не стал бросать. Грузит. И есть фол. Загружает передачами, да, Леонида Мичурина, основного центрового команды Бизоны 2. Илья Пинич на нем получает персональное замечание. И вот первая замена и в составе Бизонов. Сергей Аганесов на площадке в составе Бизонов. И... Еще один джокер и активный игрок задней линии. Да, и снайпер. Снайпер, скоростной, опытный. А у Роснефти охраны под номером 32 на площадке появляется Иван Субботин. Георгий Мартышкин. Точно. Великолепно. Не задумываясь. Восстановку. Алексей Лесных начинает атаку Роснефти. Там произошел с размен. С нарушением правил. Данила Швецов нарушал правила. А Данила... Матвей Полозов. Матвей Полозов с нарушением выбивал мяч. Это уже пятое командное замечание. Все пробивается у Бизонов. А играть еще 3 минуты 16 секунд. Пинич на линии штрафных. Первый не точен. Второй. Один точен. Из двух. 9-9. Упорная, упорнейшая. Борьба. Нет простых мячей. Там Арман выпускал Георгия Мартышкина к мячу. Вот мяч нашел Георгия. Арман, борись за мяч. Усмотрели нарушение правил. И быстро матри Владимир Шугаев. Снова пробивается. Да, все бьется, мы уже говорили. И готовится еще одна замена в Роснефть охраны. Игрок под номером 21, Дмитрий Ремезов. Меняет он игрока под номером 55. Это Александр Самойлов. Первый не точно. Ноль из двух. Леонид Мичурин подбирает мяч после неточных штрафных бросков. Сергей Аганесов с обманным движением. Матвей Полозов. Что? Фол в нападение. Награждают Армана Обленова. Алексей Лесных выносит мяч из-за боковой линии. Возвращаться, успевать. Илья Пинич с мячом.
Это не бросок. Поспешный так. Это не бросок. Поспешный это бросок. Абы можно... куда и непонятно. Матвей, зачем. Заряжай. Из-за дуги и заряжает. Точно. Бросок стоит 3 очка, когда он выполняется. Быстрое нападение. Молодцы, ребята. Алексей Лесных. Дмитрий Ребезов. Дальний. И Леонид Мичурин. Да, снова Леонид нарушает правила. Много фолов понахватали бизоны. Первое персональное замечание это Леонида Мичурина. И на линии штрафных бросков вновь Илья Пинич. Тем временем у Матвея Полозова 3 персональных замечания. Нужно играть немножечко аккуратнее, осторожнее, сдержаннее. Хорошо. Не очень, недостаточно хорошо. 3, по-моему, персональных замечания у нас у Даниила Швецова, а у не Швецова, у Матвея. Простите, не Матвея у Даниила Швецова. Георгий Мартышкин с мячом. Там пытается Сергей Аганесов центрить. Он был с маленьким. Будет играть один в один. Будет играть один в один. С остановки. И да, точно! Чита, перехитрил красиво, на Аганесов. Смене ритма. Два кричит. Игорь Голобурда. Видимо, два это что? Мяч нужно брать. Георгий Мартышкин. Побежал сам. Будет нет, бросать. ждет. Да, с паузой. Не хочет один Матвей атаковать. Матвей Полозов был один под кольцом. 16 секунд. Нужно что-то двигаться. Со средней Мартышкин точен. Два. Видимо, это зонная защита, наверное, два. Кричит Игорь Голобурда. Илья Пинич. Со средней точно. Тем временем 54 секунды остается до конца первого периода. Счет 16-12. Я думаю, две атаки мы должны успеть увидеть, как минимум. Да, там готовится замена у бизонов. Марат Арасланов. Узко нужно пошире чуть-чуть сыграть. Аганесов. Не залетает мяч от Армана. Нужно защищаться. Алексей Лесных. Будет бросать. Залебывает. И точно Дмитрий Ремезов. Ремезов один из двух из-за дуги и забил. Шестнадцать-пятнадцать. Плюс одно бизоны. 9 секунд. До конца. И сложный бросок. Я думаю, не успеет не бежать, не фалить. Успокоились. Да. Со счетом 18-15. Плюс 3 бизоны. Первый период. Это приятный сюрприз. Это приятный сюрприз, когда... Плей-офф Московской баскетбольной лиги сезона 2014-2015 представляет для вас компания Jabra. You are on. В такой интересной борьбе прошла первая четверть этой встречи. И очень серьезное соперничество. Второй сейной команде оказывает седьмая. У нас есть чем оказывать. Да, когда ты видишь, в чем твое преимущество, ты его правильно оцениваешь. И правильно используешь. И начинаешь использовать за счет этого. Много очков не добрали бизоны, много верных бросков выполнили не точно. Я думаю, чем Роснефть охрана, почему, вернее, было у них преимущество, потому что на площадке было два центровых. Потом один из центровых присел на скамеечку и чуть-чуть стало полегче. Бизоном. Сергей Аганесов. Не точно. Не и точно. Некому взять подбор, потому что никто из партнеров. А у нас на площадке у бизонов появился игрок под номером 12 Александр Спичак. Подбор нужно брать.
Хорошо подбили. Матвей побежал, подобрал. Двое в одного. И Арасланов забивает. Марат Арасланов забивает мяч. Предательски молчит свисток. Не фиксирует нарушение правил судьи. Там не было нарушения. Контакт, но без фолов все нормально было сыграно. Зону играет без зоны. Чуть-чуть еще можно было перехватить. И вновь дальний бросок. Алексей Лесных подбирает мяч. И там срикошетил он при передаче. Сергей Аганесов с мячом. Матвей Полозов. 16 секунд. Арман. Маратик. И красиво. Игра. Не нужно обращать внимание на Матвей Полозов. Из-за дуги не точно. Длинная передача. И что там? Кто нарушил правила? Абленов Арман. Марат, не разговаривай, не надо спорить. Ты не нужно не тратить докажешь. Эмоции. Не нужно тратить ты ничего эмоции. Не докажешь, эмоции, ты получишь технический эмоции фол. Эмоции нужны для игры, для того, чтобы играть. А тратить на судей, на какие-то разговоры с ними бесполезно и не нужно. Счет тем временем 20-15 за 8 минут 44 секунды до конца первой половины. Вот судьи предупреждают тренеров команд, что еще одно. Позвольте, господа, делать судьям свою работу так, как они это умеют. Есть нарушение правил. Игрок под номером 9, да, это получает персональное замечание Сергей Аганесов. По-прежнему зону стоят без зоны. Алексей Лесных. Дальняя забивает. Точная трячка. Капитан команды ведет всех своих партнеров вперед. И только вперед. Вот, персональным замечанием наказывается игрок под номером 15 Илья Пинич. И Марат Арасланов становится на линию штрафной. Это второе персональное замечание его. Марат в этой встрече набрал уже 8 очков. Первый точно. Два из оба двух. Точно, Марат, молодец. Концентрация, хорошая концентрация у Марата. А тем временем Илья Пинич забивает, приносит своей команде 2 очка, еще 22-20. И готовится еще одна замена у Бизонов. Фол в нападении, свистят Сергею Аганесову. Очень непонятно. У нас двойная замена у Бизонов. На площадке вновь Леонид Мичурин. И впервые минуточку появляется. Внимания, барабанная дробь. Легенда Бизонов. Hall of Famer Бизонов. Роман Аладьев, игрок под номером 15. Алексей Лесных. Дальний бросок. Не точно. Мяч касается конструкции. Считает аут. Да, это аут. И сразу помчался в атаку Роман. Нужно играть. Роман Аладьев. Роман Аладьев с мячом. Просит мяч на дуге Роман. 6 секунд остается. Есть нарушение. Четырнадцать секунд. Дальше перемет. Роман Аладьев. Леонид Мичурин делает подбор. Не точно. Тяжело было через руки там добивать. Да, атака продолжается. Снова Роман Аладьев. Хорошая попытка.
что такое обоюдный фол. Обоюдный фол свистят Арману Абленову и игроку под номером, да, 40, Александр Ряполов. Владение будет у Роснефтьохраны, так как мяч был у них. Ах, чуть-чуть не удалось перехватить Марату Арасланову. Алексей Лесных нос с мячом. Скидка на периметр. Проход. Скидка под кольцо. И что определяет судья? Нарушение правил. Персональное замечание. Леонид Мичурин получает, по-моему, второе персональное замечание. Да. И на линии штрафных бросков игрок под номером 12 Владимир Шугаев. Есть определенная поддержка с трибун. Бизонов хорошо поддерживает. Первая команда, которая свою игру отыграла на очень хорошем уровне, победила. И сейчас своих младших, скажем так, товарищей, они очень активно поддерживают. Один из двух. Плюс одно. Марат Арасланов. Да, передачами нужно разбивать, передачами шире. Можно бросать. Бросает. Проигрывают борьбу под щитом. Роман более высокорослым. Да. Ремезов из-за дуги. Леонид Мичурин. Один из четырех бросает. На своем щите. Дальше. Залетает! Один из двух Арман сегодня. Из-за дуги. Повтор нам показывает режиссер. 50% это замечательный процент попадания из-за дуги. И еще один перехват. Арасланов перехватывает. И нужно бежать, нужно бежать, нужно бежать. Аладьев один. Читалась эта передача, но мяч остался у Бизонов. И замена. Номер 55 у Роснефтьохраны Александр Самойлов. Меняет у нас Дмитрия Ремезова, который покидает площадку. Ближе Арман просят его. Ближе. Ближе к кольцу. 7 секунд остается. 4 секунды. Атака. Огонь! Не успевает, не успевает. Не нужно подсказывать. Следили за секундомером. Нужно скамейки тоже подсказывать. Сколько осталось, потому что игроки не всегда не видят. Всегда следят. Не всегда контролируют этот момент. Shot clock violation. 25-21 за 5 минут, 20 секунд до конца первой половины. Подбирать легкие подборы. Дальние попадания. И вновь подбор за Роснефтьохрану. Илья Пинич с фолом. С фолом забивает. Роман Аладьев получает первое персональное замечание. И бонусное очко будет пробивать все тот же Илья Пинич. Успели отдохнуть. Успела отдохнуть основа Бизонов. Мне кажется, сейчас обязан я отметить, что очень достойно провели свой отрезок резервисты. Очень достойно, уверенно. Навязали борьбу, остро атаковали, забили. Забили хорошие броски. 3 очка. А тем временем минутный перерыв у нас взяла команда Роснефтьохраны. И тренер Алексей Лесных что-то пытается донести до своих игроков, показывая там на тренер, играющий, да, играющий в форме. Он забил сегодня. Забил сегодня из-за дуги. Не один раз, по-моему, даже 2 3-очковых он забил. Судьи дают свисток. Thank you.
команды «Бизонов». На площадке Леонид Мичурин, номер 8. Сергей Оганесов, 9. Арасланов, 13. 15. Роман Аладьев. И номер 31. Арман Абленов. «Уроснефти», номер 12. Владимир Шугаев, номер 15, Илья Пинич, номер 4, капитан команды Алексей Лесных, номер 32, Иван Субботин, и номер 55, забивает сумасшедшей сложности Александр бросок. Самойлов. Марат Арасланов набирает 12 очков, записывая в свой актив, разменял двухзначный рубеж. Бросок со средней точки нужно брать. Есть подбор. Нужно брать. Нет подбора. Нет подбора. Мяч предательский. И хорошо, казалось бы, перехватил пробежку. Определяет судья. Эту пробежку сейчас ощутил Мичурин, Леня, мне кажется. Заставил, да? Сделать, заставил сделать. Ближе, ближе к кольцу. В позицию перерастает. Пробежка. Пробежка. Да, была пробежка. Оторвала сивую ногу. Несомненно. Была нужно возвращаться. Возвращаться в защиту и быстрее, отрабатывать в защите, перехватывать и бежать. Сила Бизонов в быстроте маленьких. Нужно убежать и забить. Позиции очень сложно играть против больших. Подбирать. Есть еще одно нарушение правил у Сергея Оганесова. И очень-очень не нравится это мне. Это уже третий персональный. Фоловый багаж у Оганесова 3. Да, и тут же на смену, на замену выходит у Матвей Данилы Полозов. Швецова тоже 3 персональных замечания. Игрок под номером 55, Александр Самойлов, забивает один из двух штрафных. И счет 27-25, плюс 2 за 4 минуты 13. Пробежка. Не надо нервничать, Роман. Марат. Алексей Лесных с мячом. Еще одна пробежка. Но судьи раздают пробежки направо и налево. Много технического брака. Да. И я должен отметить, что каждая пробежка по делу. Нужно чуть внимательнее. Кто меньше сделает технического брака, у того больше шансов забить. Марат Арасланов идет в проход. Забивает! Да какой сложный, сложнейший! С мясом просто! 14 очков. Обыграв своего, и там еще выходил на постраховку еще один защитник. Половина очков своей команды набирает Марат Арасланов. Алексей Лесных вновь с мячом. Бросок со средней, мяч. Не залетает. Нужно брать, нужно брать, Аладьев нужно брать. Роман ждет партнеров по команде, не торопится. Молодец, нашел заднего игрока Марата Арасланова. Шире нужно сыграть. Матвей Полозов с мячом, Марат Арасланов. Арман Абленов, Леонид Мичурин. 7 секунд остается на атаку. Видит. Можно вернуться некому, назад, некому назад, бороться назад, за подбор вернуться. С большими. Нужно точнее бросать. На каких длинных тягучих шагах игрок под номером 12 «Роснефть охраны» Владимир Шугаев. И очень красивый бросок забивает. Да, очень он как сложный, бы защитника раскачал. Да. Шаг вправо, шаг влево длинный и бросок с левой стороны, левой рукой. Там начинает не выяснять отношения какие-то там Илья Пинич и Арман Абленов. Нельзя так, Арман. Сейчас получишь технарь. Наверняка. Арман Абленов покидает игра, площадку и устремляется прямо на скамейку. Чуть бы не сказал подсудимых, конечно, нет, запасных. Я думаю, сейчас делают предупреждение судьи. И одному игроку, и другому. Все выяснили, все выяснили. Да, видимо, договорились. Хорошо, если так. И замена, замена.
И на площадке появляется Данила Швецов с трехфоловым багажом. И Георгий Мартышкин, номер 60. Мартышкин, который очень хорошо свой игровой отрезок провел. Забил почти все с игры. Илья Пинич с мячом нашел большого. Три секунды. Свистят не судьи. Да, и не засчитывают Ивану Субботину. Слишком долго он там находился. Марат Арасланов вновь с мячом. Нужно обыгрывать. Идет до конца. Скидка на периметр. Георгий Мартышкин. Хорошо там отборолся Леонид Мичурин, казалось бы, но не хватило ему чуть-чуть. Алексей Лесных с мячом. Совсем один остался там, Илья Пинич. Потеряли его. Да, 29. Матвей Полозов в каком рывке просто. Красота, красивейший, сложный. Нужно вернуться. 31-29, минута 52. Фиксируют нарушение правил у Марата Арасланова. И убирают тренера подальше от греха в разгар Великого Поста. А на линии штрафных бросков капитан команды Алексей Лесных. Играющий тренер. Играющий тренер, который очень точно бросает все свои броски сегодня. 2 из 2, 31-31. Подавая тем самым живой пример своим игрокам, как нужно бросать штрафные. Что остальные игроки не очень уверенно пробивают штрафные. Кто нарушил правила? Хорошо там поборолся на подборе Данила Швецов, и на нем свалили. Александр Самойлов, номер 55, Роснефтьохраны. Есть 14 секунд владения у Бизонов, чтобы совершить еще одну атаку организовать. Матвей Полозов. Скидка на Леонида Мичурина. И на добивание хорошо там. Первые очки в свою копилку отправляет Леонид Мичурин. Ветеран ветеранов. Да. Александр Самойлов приносит своей команде 2 очка. Минуту 5 секунд. До конца первой половины. 33-33 счет. До конца первой половины этой встречи. И, наверное, 2 атаки мы в этой встрече еще в этой половине. Может быть, даже и 3. Илья Пинич со средней не точно. Данила. Есть Швецов подбор. Подбирает, один из редких нужно бежать. На своем щите выполняют Бизоны. Матвей Полозов с мячом. Марат. Нужно побороться на подбор. Марат из-за дуги. Точно! 36-33. 20 секунд до конца первой половины. Без фола, кричит Игорь Голобурда. Да, Марат Арасланов 17 очков в первой половине. Бесподобная результативность. Почти удалось перехватить, но не точно. И там что? Аут определяет судьи. Три секунды, Марат. Бросает. Шанс точно был. Использовали шанс. 36-33. Уходим на большой перерыв. Мы уходим на большой перерыв. И перед третьей четвертью. Перед третьей четвертью мы с тобой проанализируем статистику с превеликим удовольствием. Статистики у нас нет, мы с тобой можем. Мы ознакомимся с нею и проанализируем. Плей-офф МБЛ сезона 2014-2015 представляет для вас компания Jabra. Юрон.
At Leaf, we try new things. We design the inside to be as beautiful and simple as the outside. We use mechanical designers, not mechanical engineers. This allows us to focus on design features like lighting, finishes, and materials. The industry standard is silver connectors. If you don't design it differently, that's what you get. We wanted our USB 3.0 line to be different, so we took the time to design and develop black connectors. This makes the drives unique, setting them apart from everything else on the market. Other companies use cheap plastic in an effort to cut cost and make more money for the company. At Leaf, we decide on the right material for the design, and then we use it. Our drives use real aluminum that we anodize for color and durability. We've introduced metal materials into the market for strength, feel, and reliability. We take time in engineering to design the parts to fit with the LED so that it is able to produce the most beautiful glow possible. The light is clear, but it does not overpower. We consider the material used for the LED to communicate with the user. We use an acrylic glass PMMA, which is extremely transparent and strong, transmitting up to 92% of visible light. It's the material used in motorcycle helmet visors, submarine windows, and car headlights. We also use a white diffusing plastic that we formulated ourselves. This allows the light to diffuse for an even glow. Most USBs come with sliders, swivels, or caps that are easily lost. Our magnetic caps provide a fun surprise and have a satisfying snap when they come together. The magnets let you store the drive in more places. Now you can put it on anything magnetic, like your fridge or even your screen. This makes it harder to lose. И мы возвращаемся на нашу площадку. Добро пожаловать обратно в эфир. Первая половина уже отыграли. Сыграно, да. Плюс три бизоны, что не может не радовать. Давай чуточку об игроках, кто сколько забил, о статистике. Ты ходил, безоговорочный смотрел, да. Лидер бизонов Марат Арасланов с 15 очками. Список бизоньих бомбардиров уверенно возглавляет. А в команде «Роснефтьохрана» 18 баллами в графе результативности отметился капитан команды Алексей Лесных. Да. И больше никто в составе обеих команд не имеет двухзначного показателя в результативности. Можно заметить еще, что по командным замечаниям у «Бизонов» три командных замечания, персональных, персональных замечания у Данилы Швецова и три у Аганесова. У Сергея Аганесова. И нету особых проблем с переизбытком фолов ни у кого из Роснефтьохраны. Игроки подходят к своим скамейкам. Там тренеры дают последнее напутствие. Игорь Голобурда готов нарисовать и рассказать, объяснить очередную комбинацию или развитие атаки. Роман Аладьев на месте. Не удалось ему сегодня еще пока забить. Два. Плей-офф МБЛ сезона 2014-2015 представляет для вас компания Jabra. Юрон.
And we are on too. Мы тоже в эфире. Игроки Роснефтьохраны будут начинать третий период. Не терпится отыграть им трехочковый дефицит. Я думаю, вся борьба впереди. Но и наши бойцы тоже в строю. Есть изменения в составе? Есть. Не стартовая пятерка у бизонов на площадке. Вместо Данилы Швецова начинает Арман Абленов. Бросок со средней неточный. И вновь там на подборе. Просто доминирует. Два подбора. Три подбора. Александр Ряполов. И только четвертый подбор. Сергей Аганесов. Удалось Георгий Мартышкин снять высокорослого Ряполова. Ай-яй-яй. Вот это передача. Аганесов издали. Можно было атаковать. По-другому. Два очка набирает Сергей Аганесов. Нужно защищаться. У Роснефтьохраны стартовая пятерка. Номер 21 Дмитрий Ремезов. Номер 12 Владимир Шугаев. Номер 15 Илья Пинич. Номер 4 капитан команды Алексей Лесных. И номер 40 Александр Ряполов. Марат Арасланов мог атаковать. Скидка на дальнюю. Георгий Мартышкин. Мартышкин точно. Не подбор точно за Алексеем Лесных. Илья Пинич с линии штрафного броска. Точно. Один из двух в этой Да, подумав, в этом защитник периоде. Не вышел и спокойно абсолютно выполнил бросок и забил. Нужно все-таки обороняться. В такой близости... Хотя бы с рукой, да, выходить. В такой близости от кольца нельзя давать пространство для свободного маневра. Ни в коем случае. Марат Арасланов. Тебе забьют. Сергей Аганесов. Залетает точно! Три очка от Аганесова. Так просила скамейка, так... Просили болельщики, и он забивает. 41-35. Илья Пинич с мячом. Перехват. Перехват, да. И персональным замечанием наказывается Владимир Шугаев, игрок под номером 12 Роснефтьохраны. Нужно наращивать преимущество бизонам, иначе... Арман Аганесов. Не точно Аганесов. Бросок. Один Нужно из двух. В защиту. Не спешат так команды, да? Нет таких быстрых отрывов, как мы видели с тобой в предыдущей игре. Второй из пяти Ремезов забивает из-за дуги. Два из пяти, 40%. Зону стоят. Нельзя давать бросать. Роснефтьохрана. Ах, не точно. Кто нарушил правила? Хорошо, там Леня боролся на Лене подборе. Нарушили и правила. Персональным замечанием наказывается. Леня, хорош, молодец. Первое персональное замечание. Я не обратил внимания, кому показали судьи. По-моему, Ремезов получил. Как Ремезов. Раз герой предыдущего эпизода. И забивает точно! Мартышкин. Гоша Мартышкин забивает. Подбадривают его трибуны. Есть поддержка в зале. Илья Пинич за два очка. Забивает. Просит три. Засчитывают как три. Засчитывают как три? Засчитали как три. Мне показалось, он наступил на линию. Ну, судим виднее. 43-41. Снова Аганесов. Аганесов с мячом. Не поняли друг друга. И минутный перерыв берет Игорь Голобурда. Будет предлагать альтернативный рисунок игры. Да, против зоны, видимо, расставить игроков, еще раз объяснить, кто куда должен бежать, как передвигаться. Самое главное против зоны вовремя сделать это передвижение, не хаотично. И очень важно не пропустить рывок. Потому что вот эти качели, они в определенной степени на руку бизонам. Когда у тебя есть контроль за процессом игры, когда ты не пропускаешь бесконтрольные мячи в одну калитку, ты спокоен, ты сдержан, ты умиротворен.
Ты так говоришь, и мне кажется, сейчас тоже умиротворюсь. Очень собраны сейчас бизоны, обсуждают, внимательно слушают тренера. Роснефть-охрана тоже очень внимательно выслушали тренера, играющего, который... Тем более, что у тренера есть возможность руководить игровым игрока, процессом непосредственно, да, с площадки. Да. Он много забивает, он бросает сам. Свои же идеи в жизнь, используя своих партнеров. Зона стоит, зона. Тут же пытались забрать мяч. Снова Ремезов, снова из-за дуги. И снова до этого точно. Не может быть! Снайпер, они выводят три его на трехочковую. 3 из 6. Ремезов забивает из-за дуги. Нельзя 43, оставлять. 43-44 плюс 1. Повели. Роснефть охрана. Повели Роснефть. Повели. Десять секунд остается. Арман. Не точно. Бизоны остаются в игре. Сохраняют владение. Леня вводит мяч из-за боковой, за лицевой. Георгий Мартышкин. Не точно. Побежал там и Арман. И спас, за подбор. И спас мяч. Отборолся. Хорошо забивает левой рукой. Забивает Мартышкин. Не идет снова со средней с дальней. Я забью вам из-под кольца. Смотри, какая напряженная игра. Сколько раз в течение игры меняется лидер. Да, вдвоем не нужно бросаться. С 8 метров! Дальних. Не точно. Марат Арасланов. Хорошо, да. Побеждает в схватке за подбор. У более массивного Ремезова выцарапывает мяч. И Ремезов персональным замечанием. Ремезов это третье персональное. Второе персональное замечание. Сигнализирует. Замена в составе Бизонов. Площадку покинул самый результативный у нас Марат Арасланов. Вместо него Матвей Полозов. Матвей Полозов, свежая кровь, как говорится. Огонь! Не достигает цели, да, трехочковый. Дальний бросок Аганесова. Владимир Шугаев, Алексей Лесный. Снова Ремезов держать! Он начал мазать. Забивший 3 из 6 Ремезов. Пробежку фиксирует судья у Сергея Аганесова. Промахивается. Алексей Лесных тем временем расставляет своих игроков. Перевод на дальнюю. Алексей Лесных в проходе. Скидка на периметр. Эх, как пропустили. Зачем пропустили? Троих обыграл на противоходе первого и двоих. Как обязанным отдать должное. Обошел. Очень красивый эпизод. Очень красивый по качеству Владимир исполнения. Шугаев. Шугаев молодчина. 45-46, и снова повели плюс 1. Роснефть. 10 секунд остается. Сохранять. На владение Бизонов. Аганесов. Не точен. Airball. Попадание в молоко. Алексей Лесных с мячом. Снова Ремезов. Аут. Принимал мяч, находясь в ауте. И на площадку возвращается любимец публики. И не только публики. И не только публики. Любимец комментаторского мостика. Любимец съемочной бригады. Любимец режиссеров трансляции. Сам девушек. Роман Аладьев. Бабушкинская ракета. Матвей забивает Полозов. Великолепный умничка. Мяч, красивый. Добавляет 2 балла в копилку результативности и 2 балла в баланс плюс-минус Романа Аладьева. Два больших игрока. Пинич, Илья Пинич. У них перехват 2 в 1. Побежали 2 в 1, ребята. Обязаны забивать. Нужно забить. Арасланов забивает. 17 очков на своем счету.
3 минуты 10 секунд осталось до конца третьего периода. Илья Пинич. Фол нападения я бы просвистел сейчас. Ну, я бы, наверное, тоже, так как Леонид Мичурин уже стоял, не спорим, под кольцом, Леня, не спорим. Он пошел в него. Леня поднял руку. Леня поднял руку смиренно, очень... покорно. Нет, он очень дисциплинированный. Да, да. Умело принимает удары судьбы. Да. Первый точный Илья Пинич с линии штрафных бросков. Второй подбор. Три, два, один. Подбор. Рома, спину. Отсекают. Два Нет, из двух. Точно. Два из двух, Пинич. Качели, качели, качели. Опасно отдавал сейчас передачу. Невероятно. Арман Абленов, но тем не менее. Издалека! Прошла. Долго течет река Волга. Можно левой рукой было бросать. Левой рукой Александру Спичаку. Он обязательно будет забивать, но в какой-нибудь из следующих атак. Алексей Лесных. Мячом. Владимир Шугаев, фол нападения, определяет судьи Дмитрию Ремезову. А Ремезов в опасном положении это сейчас какое? Находился, он мог забить. Это какое замечание? Второе, всего лишь второе. И замена у Бизонов. Данила Швецов. Да, вместо Армана Абленова на площадке. Матвей Полозов вывел мяч. Марат Расланов обыгрывает его. Скидка. Хорошая есть скидка прошла правил. От Марата Расланова. А Александр вот, встает на линию а штрафных Пинич бросков. Пинич получает персональное замечание. И это у него... Пинич 15-му показали. Да, 15-му. По-моему, это третье персональное замечание. Первый не точен. Замена готовится у Роснефтеохраны. Игрок под номером 55 готовится... Вступить в игру. Второй точен. Александр Самойлов вместо Дмитрия Ремезова. Ремезов очень хорош, хорошо себя показал. 3 из 7 забил из-за дуги. Алексей Лесных. Очень важных бросков. Бросок. Есть Даня подбор. Подбирает. Побежали. И быстрая атака нужна. Нужна быстрая Аладьев атака. Аладьев уходит в отрыв. Не стал форсировать. Сохраняем владение. 17 от ноги секунд, 17 секунд защитника владения. Уходит мяч в аут. Роман Аладьев. Роман Аладьев. Матвей Полозов. Не достает мяч Роман Аладьев. Какого-то малюсенького усилия над Шажочек. Собой не хватило. Надо было сделать, да, нужно сделать полшага или шаг, шаг, когда бы мяч сам нашел его. Ни в коем случае его. Не лениться, нет. Двигаться больше. Роман Аладьев никогда не ленится, он трудится как пчелка. А, Роман Аладьев один из Илья самых Илья Пинич, бросок со средней неточным. Матвей Полозов подбирает, и нужно бежать, чтобы устали. Устали Роснефтеохрана, им тоже тяжело. Снова Аладьев. Бросок со средней. Неточен. Бросал по ситуации. Да. Залетает. Владимир Счет Шугаев. 50-50. 50-50. Полторы минуты до конца третьей четверти. Да. Марат Расланов. Успевает достать этот мяч. Не пропускать. Все тот же Илья Пинич. И Владимир Шугаев вновь. Минус два Бизоны, минус два не было давно. С самого начала этой встречи. Перехватили инициативу, мне кажется. Да, да немножко Роснефтеохрана. Есть. Это очень-очень тревожный Куда? Через сигнал. Руки. Тревожный сигнал для тренерской скамейки Бизонов. Нужно принимать кадровые меры. Нужно принимать кадровые меры. Матвей Полозов с мячом. Пойдет один в один. И там уже через два игрока практически перестали, было. Перестали забивать. Начали пропускать быстрые отрывы. Алексей Лесных с мячом. Своим же оружием заставляют себя казнить. Илья Пинич. Есть! Как пантера выцарапал подбор. Хорошо отборолся подбор. Там.
Марат Арасланов. Каким-то неимоверным. Совершенно невероятной. Фантастика. За 18 секунд до конца третьего периода счет равный. В стиле Деррика Роуза. Есть фол, кричит Игорь Голобурда своим игрокам. Время на атаку. Скидка и чуть-чуть не хватило перехватить. Да. Невероятно. С базером Пинич затыкает 52-55 сирену. 52-55 в пользу команды Роснефть охраны. Минус 3. По окончании третьего периода. Минус 3 Бизоны. Давно, не то что давно, с самого начала встречи не было разницы в 3 очка в пользу Роснефть охраны. Это самое их большое преимущество за всю игру. Собраться, сосредоточиться. Плей-офф МБЛ сезона 2014-2015 представляет для вас компания Jabra. Юрон. А мы вновь возвращаемся. Сейчас у нас начнется четвертый период встречи между вторыми командами. Ждем команду на площадку. Удалось как-то поломать вот эту, пускай даже не очень тяготеющую, но все-таки доминацию Бизонов. Удалось Роснефти это поломать, перебороть в свою пользу. И они повели в счете. И мы видим на площадке эта линия стартовая пятерка. Нет, с небольшими изменениями. Очень-очень ad libitum варьирует состав Игорь Голобурда. И на площадке легкая пятерка Бизонов. Бизоны будут начинать четвертый период. Стартовая пятерка Роснефтьохрана. Игрок под номером 4, капитан команды Алексей Лесных. Номер 12 Владимир Шугаев. Номер 15 Илья Пинич. Номер 55-й Александр Самойлов и номер 32-й залетает. Иван Субботин. 3 очка сигнализирует. От Матвея Полозова. Да. Сравняли счет. Счет вновь равный. Угол. Держать угол. Опаснейший угол. И не номер 55-й Александр Самойлов. 2 очка. Не растерявшись. Сергей Аганесов с мячом. Очень узко. Спорный мяч. Роснефтьохрана будет играть так, как начинали Бизоны. Мяч из-за лицевой будет выносить Владимир Шугаев. Нужно разговаривать в зоне. В зоне нужно разговаривать. Илья Пинич подбирает там мяч. И фалят. Да, Матвей Полозов или кому судья определяет персональное замечание. Нет, номер 8. Да, номер 8. Леонид Мичурин. И вновь Илья Пинич на линии штрафных бросков. Первый точно. Два из двух. 4 очка разница в счете. Минус 4 еще не было. Десять секунд остается. Нет, не точно. Неподготовленный бросок. Авантюрный. И, как следствие, неточный. Владимир Шугаев начинает атаку Роснефтьохраны. Илья Пинич на штрафе. Вновь Шугаев. Тот же Пинич успевает подобрать этот мяч.
И еще одна атака. Алексей Лесных. Не задумываясь, бросает. А Матвей Ползов подбирает мяч. Нужно бежать. Нужно бежать. Другого выхода нет. Бежали всю первую половину. Успевает возвращаться. Побеждали. Сейчас, да, игроки Роснефтеохраны впятером вернулись. Марат Арасланов, хорошая скидка. Еще один подбор. Туфалы. И персональные замечания там получает. Леня становится на линию штрафных. Игрок под номером 32. Это у нас Иван Субботин. Это его второе персональное замечание. Минутный перерыв взяла команда Роснефтеохраны. Алексей Лесных, видимо, взял минутку передохнуть, наверное. Или что-то они, нарисовать, они что-то начали, недоволен чем-то они нашли, тоже. Они нашли противоядие против быстрых контратак бизонов. Они их умело нейтрализуют, они вовремя возвращаются в оборону и успевают соорудить свои белые оборонительные крепости в аккурат к тому моменту, когда бизонья атака, очередная его волна, нахлынивает. Минус 4 за 8 минут. Ну, еще играть 8 минут. Еще играть 8 минут. Ни в коем случае не терять нить своей игры. У бизонов на площадке Леонид Мичурин, который идет пробивать два штрафных. Матвей Полозов, Сергей Аганесов, Арман Абленов и Марат Арасланов. Не точно. Не первый точно. Бросок, да, Леонид Мичурин. Прицелится, Леня, прицелится. Сбился прицел у Лёни Мичурина. Оборона! Илья Пинич там, получив мяч, трехсекундно отдал вновь на периметр. Опять Пинич. Три секунды. Да, три секунды свистят. В три больших, да, можно сказать? Три больших три игрока больших. Роснефть. Пинич, Ряполов и 55-й Самойлов. Видимо, еще больше усилить мощь, натиск. На щите, на кольце. Что там? Очень жаль. Травма, нет? Хочется надеяться, что Марат не получил никакую травму, никакого повреждения. Нет, самое главное, чтобы не ударился. Приземление не очень. Встает на линию штрафных. Да. Давно не менялся счет на табло. Несколько атак в обе стороны безрезультатные. Все, судьи привели порядок площадку. Марат Арасланов забивает. Готов. Два из двух. 57-59. И 4 из 4 за матч. Лично. От зоны отказались без зоны. Играет пока лично. Три больших. Семь секунд остается. Пять. Не бросать. Пинич бросает. Не точно. Роман подбирает. И нужно бежать. Устали наши большие. Побежали при минус два. Засасывает кольцо. Сравняли. Хорошая мягкая сравняли. Кисть у Матвея Матвей Полозова. Очень мягкая. Он набрасывает мяч. Хороший кольцо бросок. Засасывает, принимает его. Алексей Лесных оставили одного. И подбор, да. Персональное замечание правила? Там Александр Ряполов. В таком в броске.
Это третье персональное замечание уже у прессингуют Александра по Ряпова. Всей площадке Роснефть прессингует. Ну, у нас есть кому вывести мяч. Бросок со средней, есть! Точно! Есть! 61-62. 6-0, рывок Бизонов, и они повели в счете. Не нужно проваливаться. Пинич. Пинич, 2 Ай-яй-яй, очка. Забивает. Сложно бороться против больших, высокорослых. Очень тяжело. Снова Арман равный счет. Держит большого игрока. Нужно успеть. Который на... голову, а то, может быть, и полторы выше его. Шири просит сыграть Игорь Голобурда. Арман. Арман! Бросок. Залетает! Алексей Лесных начинает атаку Роснефтеохраны. Илья Пинич против Леонида Мичурина, и сверху пытался. Очень хорошо. Хотел красиво сыграть сверху, не получилось. Продолжается игра. Нужно бежать. Игра продолжается. Шире, шире. 13 секунд. Оганесов переиграл сам себя. В ответственный момент взял смелость. И обрел отвагу, но не точно. Владимир Шугаев с мячом. Илья Пинич. Забегание. Передача из рук в руки. Держать, Алексей Лесных. Держать, обороняться. 8 секунд. Пойдет сам в проход. Да, да. Сложный, тяжелый мяч. Алексей снова Лесных. Равный счет. Снова равный счет. 63-63. Никто не поддерживает атаку. Снова Арман. Матвей Полозов. Точно! Точно! Три очка засчитывают. 66-63. Меньше 5 минут. 4,5. Стоять, как пантеры. Обороняться. Загружает там Александр Ряполова против маленького защитника. Нужно брать. Есть подбор. Нужно брать, и нужно бежать. И нужно бежать. Может сам. Не стал. Не стал сам. Перевод мяча. Марат Арасланов. И Леня Мичурин. Как хорошо там пошел на подбор. Отсражался. Атаковать. Время нужно на атаковать. Атаку! Успеет. Успел выбросить. Сиреной. Сиреной нужно возвращаться. А защищаться там. Готовится замена у Бизонов. Бросок со средней не Марат! Точно. Леня забирает Леня мяч. Забирает. Нужно бежать. Они устали. Они устали. И пора нужно менять. Бежать. Пора менять. Пора менять уставших Матвей игроков. Матвей Полозов. Залетает. И минутный перерыв. Еще один берет. Просят, тренер, играющий тренер команды Алексей Лесных. Штрафной. Нет. Алексей Лесных. 3.37, 5 очков преимущества. Не расслабляться. Не расслабляемся. Ни правильно. В коем нужно случае. Бежать. Бежать. В этом сила Бизонов. Убежать маленькими. Отбороться на подборе, как мы с тобой говорили. Выцарапать, да. Навязали борьбу под щитом. Смогли перехитрить, переиграть в борьбе за отскок высокорослых, неимоверных вот этих Голиафов из команды Роснефтеохрана. Закончился минутный перерыв. Игроки выходят на площадку. Замена в составе Бизонов. На площадке вновь игрок под номером 60. Георгий Мартышкин. Мартышкин. Да, все остальное великолепнейшим образом проведший на площадке первый период. И... А у Роснефтеохраны игрок под номером 21 Дмитрий Ремезов, который немало хлопот доставил да, Бизонам. Забил 3 из 7 трехочковых.
по фолу. Персональным замечанием, да, Леонид Мичурин, это, по-моему, третий или четвертый, сейчас мы посмотрим. Сейчас покажет нам... Да. Пятая персональная. Пятая персональная. Ай-яй-яй. К сожалению. Ну, Данил, а вот это, наверное, может стать... Александр Спичак. Вот может стать проблемой. Александр Спичак выходит на площадку. Естественно, на позиции центрового Леню заменяет Александр Спичак. И вся надежда, Саша, вся надежда, чтобы ты достойно заменил. Ну, у нас там есть еще Данила Швецов, который тоже может оказать сопротивление большому игроку. Так, крест сыграли. Алексей Лесный в проходе. И что? И Александр Спичак, да, получает персональное замечание. Нормально, нормально. Два будут пробиваться. Отобороняться. Чуть раньше нужно было встретить. И лучше внизу, чем наверху. Попытаться сделать перехват, чем накрыть. Ну, сейчас Алексей Лесных нес мяч снизу. То есть можно было даже большому попытаться накрыть. Долго готовится Алексей. Основательно. 2 из 2. 2 из 2. 68-65. За 3.17 до конца четвертого периода. Много забил сегодня Алексей Лесных. Очень много. Ну, он близко, капитан. Он близко к 30 своих... очкам. Есть нарушение правил. Арасланов, да, на линии штрафных. Посмотрим, какое персональное замечание. Нет. У Алексея Лесных. Второе. Второе. Второе бьется, все, да, подсказывают тут нам зрители. Марат Арасланов! Не точен за дуги. Может быть, неоправдан был этот риск. Марат Арасланов? Да, Марат нарушает. У нас теперь правила. Тоже все бьется у Бизонов. И у Роснефтеохраны все пробивается. Нефалим подсказывает, подсказывают трибуны. Шугаев с мячом. Ремезов опаснейший. Ремезов. Его нельзя оставлять. Это отвратительная ошибка, которая может очень дорого стоить. Ремезов сегодня забил 4 из 8. 60-68-68, да? Вновь счет равный. Скидка на периметр. Роман Абленов. Не точен. Нужно возвращаться в защиту. Обороняться, оборона, 2 минуты. 2 минуты 15 секунд. Илья Пинич возвращает мяч Алексею Лесных. Лево, право. Нужно сдерживать Пинич. Ах. Есть. Двоих защитников обыграли. Наконец-то мы увидели слэм-данк в исполнении высоченного Ряполова Александра. И 2 минуты. Ровно 2 и 2 минуты. Очка. Минус 2 Бизоны. Впереди Роснефть. Охрана. Неплохой отрезок они провели. Да. Догнали, сократили. Догнали, сократили и вышли вперед. 7-0 отрезок. Вот сейчас, сейчас нужно проявить предельную собранность и концентрацию. И четко выполнить все тренерские указания. Лишь только так можно обрести столь желанную и выстраданную победу. Еще по одному тайм-ауту есть, да, у тренера каждой команды. И вот, вот такая напряженная концовка говорит о том, что, скорее всего, они, естественно, будут использованы. Закончился минутный перерыв. Игроки выходят на площадку. Мяч будут... выносить Бизоны из-за боковой линии. Там
Напоминаем нашим сетезрителям, что очень плей-оффы, важный плей-оффы, да, плей-оффы состоят из двух игр. И разница очков очень влияет на общий итог. То есть проигрывать нежелательно, но можно. В локшотах проворонили там, проворонили большого игроки Бизонов Александра Ряполова. И он добавил мяч в кольцо. Арман Абленов, Матвей Полозов. Не точно. Александр Спича хорошо отборолся. Поспешный бросок, наверное, там Матвея Полозова был, но... Илья Пинич. С мячом. Илья Пинич с мячом. Будет сам решать. Будет сам решать. И что? И ошибся сам. Я считаю, что тоже, да, сам ошибся. Но судьи показывают, что мяч остается в Роснефть охраны. И Пинич на линии штрафных. Нет, нет. Мяч из-за лицевой. Из-за лицевой будут выносить игроки Роснефть охраны. Не проворонить, не проворонить! Еще один вынос. Дмитрий Ремезов у Роснефть охраны, которого тоже нельзя оставлять. Под кольцом Пинич и фолит там Георгий Мартышкин. И это фол наверняка пробивной. Да, все бьется. За минуту и 5 секунд до конца четвертого периода. Пинич, похоже, сегодня... Пинич сегодня в ударе. Он забил все. Он забил все, что бросил практически. Пичак хорошо отборолся. Мы не поняли друг друга. Замена. Теперь полностью легкая пятерка Бизонов на площадке. Внизу нужно посмотреть там. Подарили, заготовка, домашняя мяч, заготовка, видимо, домашняя была. Заготовка. Не хватило капельки точности. Матвей Полозов. Ай-яй-яй. И делает ответный жест щедрости. Просто дарит мяч. 50 секунд остается до конца четвертого периода. Нужно бороться, нужно сражаться, пока не фалить. Вам скажут, когда надо будет фалить, ребята. Заброс. Опаснейший Ремезов. 5 из 9 в этой встрече. Нельзя его бросать. Крупногабаритный Ремезов сегодня. Мы уже говорили, что Ремезов снайпер. Снайпер. Великолепнейшим образом проявил все свои снайперские качества сегодня. Забил важнейшие броски. Набрал важнейшие очки своей команды. И как результат, то, что мы видим на табло. Счет 70-76. Поразительную беспечность допустили Бизоны, позволив себе на дуге охраны оставить постоянно, Ремезова, постоянно который, да, одного бесконтрольного Ремезова, который тебе наливает, наливает и наливает. Все свои очки он сегодня набрал из-за дуги. Каждый раз это был uncontested. Никогда не было при нем защитника. Никто даже не попытался накрыть его бросок. Может быть, это хитроумные комбинации Роснефть охраны, это выводит на свободный бросок. Парню нужно задуматься над тем, чтобы принимать участие в конкурсе трехочковых бросков. Закончился минутный перерыв, судьи дают свисток. Игроки выходят на площадку. 37 секунд остается до конца четвертого периода. Теоретически шансы есть, но... Нужно их воплотить. Вагоны, маленькая тележка. Я уверен, все шансы были разложены сейчас на тренерском планшете.
и детальнейшим образом разжеваны. Рецепт прописан. Нужно всего лишь навсего принять правильную пилюлю. Заряжает! Нет. Аганесов не точен. Просит фол. Просит и фол. Самое время фолить. Двадцать одна секунда, 6 очков. Арасланов побежал. Матвей Полозов. От трехочкового броска играет Роснефтьохрана. И чуть-чуть не перехватил все тот же Ремезов. Неужели? Три минус очка. Фол, две секунды остается. Своевременный трехочковый бросок реализует Сергей Аганесян. Аганесов. Аганесов. Не хватает. Чуть-чуть. Не чуть-чуть до времени, не я до бы сказала. Не хватит для овертайма, наверное. Было бы интересно посмотреть овертайм и выяснить, кто же все-таки сильнее. Роснефтьохрана или Бизона. Предусмотрен ли регламентом овертайм в первой встрече? Вот что интересно. Потому что если ты сыграл в ничью, ты можешь играть вторую встречу, а и во вторую же овертайм будет. Встрече, да. Причем во второй овертайм по итогам двух встреч. Есть ли такое? Надо внимательнее изучить. Изучить регламент? Да. Как ты думаешь, что сейчас Алексей Лесных? Во время минутного перерыва. Им сейчас ничего не нужно. Просто получить мяч и постоять 2 секунды. Можно даже сделать бросок. Трехочковый, замечательно, станешь на линию, будешь бросать 3. Они в полном порядке. Их владение 2 секунды. Пошел! 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 Будет кольцо наброс, я думаю. Все, время. Время. 73-76. 73-76. В пользу Роснефть. Фиксирует охраны, табло. Фиксирует табло, фиксирует финальная сирена. Поздравляем Бизонов с замечательной игрой. Да, неплохую игру они показали Бизоны. Они навязали серьезную борьбу, очень сильно превосходящим их в росте и в массе соперникам. Достойно сражались, вели большую часть игры. В ключевой момент. Опять же, интересно было смотреть такую игру, да? Потому что безусловно, были безусловно качели плюс один, плюс два. Очень часто менялся лидер. И смотри, игра довольно результативная. Ну, конечно же, просто сумасшедший выстрелил Ремезов, который набрал 15 очков, 5 раз попав из дуги, из 9 попыток. Ну, я думаю, у команды Бизонов есть время сделать анализ. Анализ игры по игрокам и вообще. И к следующей встрече, я думаю, мы увидим. А мы прощаемся. Мы прощаемся, желаем успехов и до новых встреч. Да, любите баскетбол, играйте в баскетбол, и будет вам счастье. Плей-офф Московской баскетбольной лиги сезона 2014-2015 представляет вам компания Jabra. You are on.